Рождество в Страсбурге. Первый раз за 5 лет нам так повезло со снегом. О, смотри, там по пояс снег. Где? И это все выпало за одну ночь, представляете, товарищи радиослушатели? А, телезрители, пардон. О, какой у вас домик? Это наш домик. Я в него и хотела. Здесь тоже здесь домик нет. Ну, попало, значит, тоже. Вау, смотри, джоггеры-то бегают. Ничто на них не действует. Эх. Все вышли на улицу с фотоаппаратами, потому что действительно явление необычное. Мы конечно можем.